Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем проходить игру, точнее не проходить. Я не знаю, пока продолжу я в нее играть или нет. Это Silver Chains. Читал описание по этой игре. Типа наш герой Питер впал. Я точно не помню, в авиакатастрофу или в автокатастрофу. Ну, в общем, не суть. Он куда-то попал в непонятное место, и надо будет выбираться из этого места. В такие подобные игры я не люблю играть, и вообще я не играю никогда в такие игры, даже на запись, без записи. Ну, нет, на запись вот я решил сыграть. Даже на телефоне банально я не смог сыграть в... Как там называлось? Бабка Гренни, по-моему. Да, мне было страшно, поэтому я не знаю, что ожидать от этой игры. Я очень волнуюсь, потому что мне пипец, сука, дико страшно. Даже вот слюна накопилась. Пиздец, давайте, короче, начнем играть в эту игру. Так, нагрузка. Ой, громко, по-моему. Сейчас мы звук сделаем чуть потише, потому что мне кажется очень громко. Так, мы в какой-то непонятной местности. Уф, ё-моё. Господи, я врезался в дерево. Сейчас я звук настрою, подождите. Итак, настроил звук. Все, блин. Ужасно, ужасно, ужасно. Лес. Непонятно где. Это все-таки автокатастрофа. Вот машина наша, мы разбились. В общем, я иду по проселочной дороге. Мне страшно. Где я? Пизде ты, где я, парень? Пизде. Ой, что это? Уже я уже близко. Может быть, там есть кто-то, кто мне поможет. Ну да, действительно. В этом здании тебе точно помогут. Бля, может вернуться? Может починить лучше тачку-то, нет? Бля. Сука. Пиздец, страшный. Очень страшно. Ёбаный в рот, что это? Блядь. Уходи, уходи оттуда. Это кто? Я... Блядь. Мне аж мурашки по коже. Блядь, вот зачем ты сюда пришел? Вот Питер Пен, Питер. Давай как Человек-паук сейчас. Блядь. Нахуя ты в этот дом пришел? Блядь, его мутозит. Я чё-то боюсь. Куда идти-то? Куда идти? Блядь, такие звуки страшные. Куда идти? Блядь, темнеет все. О, что это? Блядь. И чё? Фу, блядь, пиздец страшный, ёб твою мать. Ё-моё. Мы сейчас в итоге в это проникли в дом. Сейчас вот что у нас ждет в доме, я... Даже представить боюсь. Так, это что? Это что за дерево? Бля, какие-то звуки. Сердцебиение, как у меня. Ё-моё. Питер, нам нужно скорее уходить. Нет, нет. Нахуя я сюда вообще зашел в эту игру? Зачем? О, все хорошо? Свет, о, блядь, молнии эти ебаные, сука. Погода еще такая уебанская, максимально просто. Блядь. Зачем мы не добавили крестоклачалку? Кубики какие-то. Шкаф. Точнее, тумба. Сука. Ебать мне страшно. Ебать мой хуй, блядь. Нахуя я сюда... Ёб твою мать. Это что? Блядь. Это что? Кровь? Блядь, зачем? Зачем я начал играть в эту игру? Я боюсь, блядь. Пиздец как. Что это? Что это за звуки?
Блять, сука. Блять, что это? Ключ библиотеки, что там может быть? Действительно, блять, что там может быть? Записка. Так, открыть инвентарь. Ну, я нажал. Непонятно. Я ни хера не понимаю. А, Space, вот. Я осталась совершенно одна. Все служанки уволили страхи за свою жизнь. Я не могу их винить. Если бы я могла убежать от всего этого, я бы так же и поступила на их месте. Но все, что могло произойти, уже произошло. Мне не спрятаться, я не могу спать. Я постоянно слушаю голоса и смех. А еще это дьявольские хихиканье. Оно сводит меня с ума. Я знаю только единственный способ освободиться от всего этого. Это моя последняя запись. Прощай. Ёб твою мать, зачем? А, можно это как-нибудь... Бля, что за звуки? Там кто-то стоит сзади. Там кто-то явно стоит сзади. А как... Боже, что здесь произошло? Открыть дневник. Что тут? Ага, ну это у нас запись. Так, как это убрать? Так, а Q, да, убирать? Фу, мне пиздец, страшно. И мне не хочется ни одной из дверей это открыть. А, эту мы не можем открыть. Фу, блядь. Ну нахуй. Ну в пизду, у меня реально мурашки по коже. Блядь. Я боюсь идти куда-либо. Блядь. Надо собраться. Я не знаю, что это может быть. Здесь так темно. У тебя нет ничего, да? А ты можешь лампу с собой взять, кстати? Ну-ка. Можешь ее взять? Нет, ты не можешь ее взять. Хорошо. И куда нам идти? Ключ. Ключ где-то должен быть. Ключ непонятно где. Сука, я так боюсь сюда идти. Ё-моё, блядь. Сука. Кто там? Так, нам сюда, по-моему, да? Блядь, ну-ка. Что это? Ёб твою мать. Блять, это ловушка какая-то, по-любому, я уверен. Здесь кровище море. Блять, здесь темно. А куда идти-то? Куда мне идти? Где ключ? Блять, эти шаги еще меня так раздражают. Персонажа не видно. Куда идти? Там темно. Сука, что это? Бля. Блять. Блять, зачем прятаться? Здесь кто-то может реально еще пройти? Блять. Ёб твою мать. Может, туда можно все-таки зайти? Здесь темно. А, нельзя туда зайти, да? А как, что мне делать-то? Я так и не пойму. Ебучий случай, а. А может, а, мне, наверное, через это все пройти и дверь открыть. Да. Ну так и что? Ты будешь дверь открывать? Блять, что это? Блять, ёб твою мать. Я не понимаю, что мне делать-то? Блять, ебучее кресло, блять, каталка. Что мне делать? Где мне ключ найти? Может, здесь где-то есть? А, вот, посмотреть, точно. И что? Ничего. Блять, пиздец. А как посмотреть-то? Мне нужен ключ. Ну так открывай. Открывай. Он не хочет открывать.
Эту ебучую шкатулку. Ебучие, блядь, часы. Ебанул бы, блядь. Фу, блядь, мне показалось. Мне уже просто мерещится. Мне просто мерещится. Это все неправда. Это все неправда. А где мне ключ-то найти? Я вот не понимаю. Может, эту как-то открыть можно? Мне нужен ключ. Так открой ее. Как ее открыть-то? Бля, что за звуки, а? Так. Сюда я не могу выйти, да? Нет, сюда я не могу. Сюда я тоже не могу. Блин, это что-то... Я просто ни разу не играл в хоррор-игры. Поэтому я даже не могу понять, что от меня требуется. Мне нужен ключ. А где я его могу найти, я не знаю. Здесь тоже ничего. Не поможет здесь что-нибудь? Что это светится? Свет, какие-то блики. Сука, ебучая хуйня. Да где ключ-то? Как мне его найти? Как мне открыть вот эту шкатулку? Мне нужен ключ. Ну и... Я уже приблизил. Да, блядь. Только вот этого мало, от этой шкатулки. Куда мне идти? Объясните мне кто-нибудь. Здесь можно спрятаться, это понятно. А, блин, я уже все обыскал, где ключ? Я не могу найти ключ. Сука. Ебучая молния. Блять, так где ключ-то? Где мне найти этот сраный ключ? Что? Что он до... Ну и... Блять, это очень страшно. Да блин, ну... Неужели я тут долго застряну, чтобы просто найти ключ? Посмотреть. Мне нужен ключ. Подожди, может... Открой, шкатулку открой. Как ее открыть? Я даже понятия не имею. Фу, эти звуки заебали меня уже просто. Так. Вот где, блин, этот сраный ключ? Ну-ка, в настройках есть управление. На складках кнопок. Действие Q, отмена, инвентарь. Достать лампу. Ну-ка, у нас есть лампа? У нас нет лампы. Инвентарь, у нас есть ножницы. Обрезать веревку. Ну-ка, подождите. Так, ключ библиотеки. Что там может быть? Медальон. Так, внутри я и женщина на лицо не разглядеть. А какую веревку можно обрезать, интересно, ножницами? Какую веревку можно обрезать ножницами? Может тут... Блядь. Ебучие куклы, кукольники, ебаные, сука. Где я достану ключ? В библиотеке. А как мне попасть в библиотеку? Да я не могу. Так, может, надо выбрать ножницы. Нет, тут никак. Ну-ка, еще давайте настройки зайдем. Дневник. Спрятать монокль. Приблизить. Действие. Я уже тут час, блин, практически, блин, ничего не могу сделать. Порезать эту веревку. Или это просто баг. Или не веревка на самом деле держит. Или веревка держит. Ебучий, блядь. Не гром. Нет бы солнышко, лучше бы светило. Все было бы супер. Хуя вот это все придумывать.
Короче, я не понимаю. Сейчас я посмотрю, что пацаны, чтобы мы как-то хоть прогресс у нас какой-то был. То мы застрянем тут на конца нашей жизни. Все, я разобрался. Я, короче, там посмотрел чуть-чуть у там у одного блогера. Короче, здесь лампа, оказывается, есть. Вот она. Прикиньте. Здесь лампа есть, вот это. И сейчас в итоге нам будет немножко проще. Я хоть пойму, что от нас дальше требуется. Мы сможем сюда зайти. Сейчас. Ага. Ёб твою мать, это что? Е. Мы куда-то пролезаем. Так, пролезли. Так, тут что-нибудь есть интересненькое? Интересненькое. Так, сюда можно выйти. Блядь. Ёб твою. Блядь, страшно, ёб твою. Как же мне страшно. Есть тут кто-нибудь? Дом выглядит заброшенным, но здесь горят лампы. Может, здесь кто-то есть? Тут, блядь, по-любому кто-то есть. Сука. Блядь. Блядь. Блядь, я туда не пойду. Что там? Шарик, этот мячик куда-то. Блядь. Что это было? Ёб твою мать. Сука. Блядь, ебучая хуйня, сука, ебучая, блядь, хуйня. Что там? Там мальчик? Блядь, что тут? Что это? Что здесь? Нету никакой. Почитать, почитать бы. Блядь. Очень звуки, бля. Мне реально страшно. Я пиздец, сейчас обосрусь с ним. Тут так, что здесь? Ничего. Так. Тут здесь стена вообще замурована. Так, нам куда идти-то? Я не знаю даже. Блядь, здесь замок. Чего? А, закрыто. Давайте, куда я там заходил. Блядь, пиздец, этот мальчуган, блядь, испугал меня. Там здесь никого нету. Блядь, нам туда, короче, не пройти, я понял. Нам надо, короче, в ту сторону. Куда-то из дверей зайти. Блядь. Меня. Так, давайте сюда попробуем зайти. Так, тоже закрыто. Так, а что? Куда нам идти-то? Ну-ка, сюда можно? Тоже закрыто. Тоже закрыто, блядь. А куда? Сюда? В эту дверь? Блядь. Сука, там свет. Блядь, что это? Взять. Let's play. Let's play. Окей. Блядь, что это? Почему я заиграла музыка? Слышите? Блядь, что это? Я к тебе не пойду. Что там, кто плачет? А, вази. Кто это плачет? Блядь, закрыто. Блядь, как страшно. Что за звуки страшные? Здесь закрыто. Сюда не прийти. Где он плачет? Кто это плачет? Сука, везде закрыто.
Можно это выключить, пожалуйста? Блядь, что это? Что это? Что это было сейчас? Блядь. Ёб твою мать. Куда идти дальше? Так, здесь закрыто. Куда идти дальше? Я хз. Здесь все закрыто. Здесь что? Здесь ничего. Там что? Это же ничего. А сюда же можно было зайти. Почему сейчас нельзя? Здесь закрыто. Кстати, заметили, тихо стало? Подозрительно тихо. Подозрительно тихо стало. Это очень сильно пугает. Так. Куда дальше? Здесь все закрыто, я уже проверял. А, вот эту дверь, кстати, не проверял. А вот эту дверь. А, она тоже. Может, здесь так ключ есть? В библиотеке есть точно ключ. Куда идти? Куда идти? Значит, в ванной что-то было. Ёпта мать, что это? Блять! Ёпта мать, что это было? Так и знал, что это что-то будет. Взять. Ебучий кораблик, нахуй тебе сдался вообще. Блять, опять этот... Выключи. Выключи эту хуйню, сука, выключи. Что это за записка? Важно, не забывайте всегда запирать дверь от черной лестницы на замок и оставлять ключ в подсобке. Детям запрещено играть на кухне. Ебучая записка. Ебучая вот это все, вот эта игра, ебучая вот эта игра. Куда дальше идти? Все закрыто. Ебучая игра. Может, там дверь открылась, кстати? Может, что-нибудь там? Так, толкания ничего нету. Давно не мыли. Так. Блять, везде закрыто. Куда идти, хер поймешь. Тут закрыто, тут закрыто. Везде, блин, закрыто. Куда идти? Так, сюда. Блин, сюда бесполезно возвращаться. Там что-то, видимо. Я не разгадал. Приближение такое страшное. А, блядь, ебучая молния. Сколько я уже сказал, ебучая молния. Наверное, столько же, сколько она раз и ударила. Здесь-то что у нас? Здесь у нас закрыто. Так. Эту записку мы читали. Может, ее с собой как-то можно взять? Нет. Типа, прочитать все. Музыку самостоятельно. А, вот записка еще. Так. После того случая служанки услышали, как я кричала, и без моего ведома вызвали доктора Моргана. Возможно, они правильно поступили, но я точно уверена, что слышала тот ужасный голос. Я пыталась объяснить про голос доктору, но он настоял на том, что это были побочные эффекты моего лекарства, и, возможно, я неправильно употребляю их, поэтому оно могло вызвать галлюцинации. Мне прописали новое лекарство, и доктор попросил нашу няню проследить за тем, чтобы я правильно их пила. Возможно, это и вправду была галлюцинация. Я не уверен. Кажется, того, кто этот видеодневник, мучили проблемы с галлюцинациями. Блять, опять новая записка, что ли? Поворачиваю объект, использую кнопки. Что там? Ключ? Кто здесь?
Ну зачем мне ключ? Может, он от всех дверей этот ключ? Нет. Опа. Это не зап... О! Что? Ё-моё, как страшно. Звуки страшны. Что там? А, сюда? Там по-любому кто-то есть. Я не могу дотянуться, нужно что, чем-то зацепить ключ. Назад. Так, а чем же можно зацепить ключ? Нитка. Может, ниткой можно зацепить ключ? Чем-то надо зацепить. А чем? Чем можно зацепить ключ? Блин, здесь... Я его не достану. Так. Чем... Так, надо искать, чем его можно зацепить. Фу, блядь, я думал, кто-то идет. Ну, серьезно. Ну-ка, может, закрыть? Здесь что-нибудь есть? Здесь ничего нет. Книжки всякие. Блять, как у себя дома, нахуй, хожу уже. Как у себя дома, да. Как будто... А, во. Как будто я не в хоррор-игру играю. Так, надо быстренько сейчас ключ достать. И мы, получается, откроем эту дверь. Вроде как. По логике. Так. Давай, доставай ключ. Подожди, подожди, что это? Двигать мышкой. Так, спокойно, давай. Хорошо. Все, ключ у нас. Фу, хоть бы, блядь, никого не было, а. Так. Блядь. Это еще больше тут местность. И куда нам идти? Вниз? Что за звуки? Кто здесь? Я просто нон-стопом иду. Здесь тоже никого. Фу, не, все. Это очень страшная игра, ё-моё. Постоянно держит напряжение. Все эти голоса, звуки всякие, скрип дверей, скрип всего вот этого, гром. Фу, в общем, такое получилось первый обзор на эту игру. Ну как это обзор? Ну просто мы смотрели на эту игру. Ну реально мне... Ой, прошу прощения. Мне очень страшно играть в эти игры. Это ужас. У меня аж глаза болят от того, что они в напряжении постоянно ожидают чего-то. В общем, вот такое вот было. Такое вот мы посмотрели, в общем, игру. Если вы хотите продолжение, то не забывайте ставить лайки, писать в комментариях, подписаться на мой канал. И обязательно ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока-пока.